Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Михайлова Вероника, и я рада вас приветствовать на очередном еженедельном обзоре по ПАМ-счетам. Для начала давайте проверим звук и запись, все ли хорошо видно и слышно. Если да, то, пожалуйста, плюсы в чат. На этой неделе в системе ПАМ было создано 217 публичных ПАМ-счетов, и сумма инвестиций составила чуть более 5 500 000 долларов. Спасибо, Алексей. Давайте перейдем к нашему файлу. Итак, 5 542 849 долларов – это объем инвестиций в ПАМ-сервис с 21 марта по 25. Лидеры роста за названный период. Первое место – ПАМ-счет «Сканер» 47% и 73%, «Меркурий USD» 26,39%, «Crazy Trader» 24,06%. Лидеры по потерям за период – минус 45,19%, «Patterns V1G», ПАМ-счет Оли минус 27,14%. Давно мы этот ПАМ-счет не видели, к нему обратимся. ПАМ-счет Up and Up минус 26,54%. Лидеры прироста инвестиционных счетов на этой неделе, как мы с вами видим, неизменный Трастов первое место, 1302 инвестиционных счета, Quantum X 503 счета инвестиционных присоединилось, и Маркус 3 семерки 382 инвестиционных счета. Любимчиками портфельных управляющих также остается ПАМ-счет Трастов, первое место занимает Маркус 3 семерки, White Rabbit, Крокодайл и Stability Dual Turbo. Лидеры ввода средств из портфелей в состав ПАМ-счетов это ПАМ-счет Трастов, Mondays USD, Smooth Growth, что неудивительно, Manticore и Stability Dual Turbo. Итак, добрый день, Александр. Давайте с вами перейдем к первой группе, эти лидеры роста за период, ПАМ-счет Сканер. Рассмотрим его мониторинг более подробно. Обратимся к условиям инвестирования, а также вкладке «Торговля». Сразу откроем его мониторинг. ПАМ-счет, как мы видим, существует в системе ПАМ-сервис достаточно недавно. Торговля нестабильная. Вот такие вот большие просадки не понравятся, наверное, ни одному инвестору. Несмотря на то, что данный ПАМ-счет заработал за эту неделю больше всех, то есть 47,73%, вряд ли этот ПАМ-счет для спокойных консервативных инвесторов, извините, либо для тех, которые имеют умеренный риск-профиль. Скорее, это для более агрессивных инвесторов. Давайте с вами посмотрим по основным показателям. Текущая доходность 82,2%, средства управления небольшая сумма, немногим более, чем сам капитал управляющего, агрессивность максимальная, как мы видим. На данный момент счет занимает 231 место в рейтинге. По условиям инвестирования два уровня в оферте, 25% и 20%, скажем так, управляющий, в принципе, достаточно выдержанно выставил уровень, так как зачастую мы здесь привыкли видеть 50%, ну не ниже 35%. Управляющий, собственно говоря, не жадничает. 25% это максимальный процент вознаграждения, который он возьмет от 10 долларов до 1000, если вы принесете к нему в ПАМ-счет. Один час для ввода и вывода средств, это час ночи по ЕЕТ. Напомню, что в ночь с субботы на воскресенье восточноевропейское время стало таким же, как и московское, то есть сейчас это одинаковый час. В час ночи по Москве ввод и вывод средств из данного ПАМ-счета осуществляется. 30 минут порог приема заявок,
будьте осторожны, если решитесь инвестировать в этот PAM-счет. В случае, если вы проинвестируете в период с 0 часов 30 минут до часу ночи, ваша заявка перенесется на следующие сутки. Поэтому будьте осторожны. До 0 30 минут, пожалуйста, инвестируйте, в следующий час исполнится заявка. Если опоздали, значит, придется подождать. John2341, это ник управляющего на форуме, его счета в архиве, давайте посмотрим. Счета существовали недолго, все в пределах полугода. Доходность, как мы видим, отрицательная, с отрицательной доходностью закрылись, благо, что всего один счет мы с вами видим, который закрылся по просадке, все остальные управляющие позакрывал самостоятельно по собственному желанию с, ну, относительно первого PAM-счета, который мы видим, с относительно небольшой просадкой, хотя есть и вот минус 60%. Данную вкладку рекомендуем рассматривать постоянно при инвестициях в PAM-счета, чтобы видеть предыдущий опыт данного управляющего. Потому что зачастую управляющие имеют определенную стратегию, которую, возможно, тестируют первоначально на PAM-счетах, а после этого уже создают те счета, которые служат долго и зарабатывают средства для своих инвесторов. Будем надеяться, что это такой счет, однако, опять-таки повторюсь, что максимальная агрессивность PAM-счет необходимо рассматривать очень тщательно. График инвестиций и график доходности в принципе сходный. Как мы видим, 17 марта в PAM-счет проинвестировали около 2000 долларов. Ну и на данный момент управляющего рост в доходности, соответственно, растут и инвестиции у его инвесторов. Также мы с вами можем видеть по графику используемого кредитного плеча, что управляющего очень много дней не торговых, которые он просто, скажем так, отсиживается, видимо, в ожидании каких-то определенных новостей. И при этом при всем используемое кредитное плечо соответствует максимальной агрессивности торговли. 87,32 единицы, во столько раз больше выводит позицию в рынок управляющий, нежели у него есть на его PAM-счете в средствах. Давайте с вами к показателям обратимся также. 1 к 500 – это установленное кредитное плечо на данном PAM-счете. Недоступны торговые отчеты для инвесторов. Максимальная относительная прибыль управляющего была обновлена совсем недавно, 25 марта, 204,12%. Это, скажем так, если бы вы вложились на самой низкой точке и вывели бы средства на самой высокой точки после, скажем, после того, как управляющий вышел на максимум, в таком случае вы бы получили данную доходность. Максимальный относительный убыток – это то же самое, только наоборот. Мы считаем от самой высокой точки, то есть от high до следующего low, до самой низкой точки, 48,33% возможно было потерять с данным управляющим, если бы вы вошли на самом пике и вышли бы на самом минимуме. Дневная прибыль управляющего обновлялась еще в 2015 году. Максимальный дневной убыток совсем недавно, в середине марта. Волатильность дневной доходности выше среднего, около 10%. Фактор восстановления не доходит до единицы, средний достаточно. Напомню вам, что в основном хороший показатель фактора восстановления – это более единицы. То есть управляющий достаточно быстро выходит из просадок в случае, если его фактор восстановления равен либо более единицы. Если же меньше, значит, это займет какое-то определенное время. Формулу вы можете посмотреть в хинте, в подсказке, посчитать самостоятельно при желании.
либо просто довериться данной цифре. Давайте перейдем с вами далее. Декларации, к сожалению, мы с вами у данного управляющего не видим, поэтому обсудить здесь нам нечего. Переходим с вами к нашему файлу. Следующая группа у нас это лидеры потерь за период. Patterns V1G. PAM-счет, который на прошлой неделе потерял 45 с лишним процентов. Для любого инвестора, скажем так, это достаточно значительная сумма. Откроем с вами, давайте, его мониторинг. 248 место в рейтинге, 5 месяцев и 27 дней, максимальная агрессивность. И, как мы видим, средства управления даже меньше капитала управляющего, несмотря на то, что доходность текущая 77%. Падение с 18 марта, как мы видим, идет у данного управляющего. Чтобы приблизить и понять, почему отображается такой большой убыток за эту неделю, вот 21 марта, до того, как управляющий перестал, скажем так, торговать. Вот, сейчас, минутку. Вот, с часу ночи 21 марта мы с вами видим, началось падение. По часу, да, небольшой отскок и снова падение. И на данный момент управляющий не торгует, уже получается с начала прошлой недели, со вторника. Ну, посмотрим, что будет дальше, каким образом управляющий будет исправлять ситуацию. По условиям инвестирования в данный PAM-счет они, в принципе, достаточно комфортные. Многоуровневая оферта, 5 часов для ввода и вывода средств. Достаточно привлекательный счет был до данного события для инвесторов. Давайте с вами зайдем в счета в архиве. Вот даже мы с вами сейчас можем видеть по существующим, по действующим счетам, что управляющего доходность за сегодня ноль. То есть управляющий в принципе не торгует, взял паузу. Посмотрим, что после этой паузы будет. 11 счетов в архиве с отрицательной доходностью. Каждый из них, практически, вернее, все в пределах 3-4 месяцев. Единственный вот PAM-счет, который дотянул до 9 месяцев и закрылся в небольшой относительно, в небольшом убытке. Хотя мы с вами можем заметить и последний счет Hope Extreme, который закрылся в плюсе 51,9%. Было это в 2014 году. Вернемся с вами к мониторингу. На вкладке «Инвестиции» мы с вами можем видеть, что, естественно, с падением доходности инвестора выводят средства. Их на данный момент всего 9-10, включая счет самого управляющего. Не так уж это и много. Давайте, Алексей, сейчас я закончу говорить про данный PAM-счет и отвечу на ваш вопрос. 10 инвестиционных счетов, включая инвест-счет управляющего на данный момент в составе ПАМа. График используемого кредитного плеча. Здесь мы с вами видим большое количество дней, также в которые управляющий не торгует. Максимально используемое кредитное плечо очень высокое, 263,82 единицы. Управляющий, несмотря на то, что редко торгует, но когда все-таки открывает позиции, то действительно сильно рискует средствами своих инвесторов и собственными. Ну, возможно, такая стратегия у данного управляющего. Давайте с вами перейдем к показателям. Основные показатели. Максимальная относительная прибыль 18 числа была обновлена. Максимальный относительный убыток 21.03, как раз в день, когда у управляющего упала доходность. Максимальная дневная прибыль в 2015 году и убыток, соответственно, 21 числа.
Волатильность дневной доходности соответствует максимальной агрессивности PAM-счета. Ну и фактор восстановления, естественно, у данного управляющего будет низкий, 0,74 единицы. На данный момент управляющий находится в просадке. Перед тем, как перейти к следующему блоку, давайте с вами посмотрим на вопросы. Первый вопрос. Какие документы нужны для инвестирования? Алексей, документы необходимо предоставлять управляющему для того, чтобы активировать оферту в будущем. Да? Документы для активации оферты предоставляются в виде заявления и документа, удостоверяющего личность. Подробнее о том, какими способами можно пройти верификацию, вы можете узнать у нас на сайте, либо уточнить в онлайн-чате. Далее. Вознаграждение управляющему, да, Алексей, списывается автоматически, либо один раз в торговый интервал, который у управляющего указан сразу в условиях инвестирования. Он может быть равен 1 месяц, 1 квартал, либо полгода, по желанию управляющего. В случае, если вы выводите средства ранее окончания торгового интервала, в таком случае вы рассчитываетесь с управляющим автоматически по факту, в случае, если была прибыль, естественно, на PAM-счете. В случае, если прибыли не было, соответственно, управляющему вы ничего не платите. Вложенные в ПАМ средства должны расти, убывать пропорционально графику доходности. Смотрите, значит, средства действительно, прибыль, убытки распределяются между управляющим и инвестором пропорционально внесенной сумме средств. Есть определенная формула для расчета доходности за период. Доходность за период рассчитывается по формуле. Давайте мы с вами сейчас перейдем на доску. Буквально ненадолго отлучимся. Итак, чтобы посмотреть, какова доходность за период, сколько управляющий заработал за месяц, за полгода, либо за пару дней, вам необходимо воспользоваться следующей формулой. Давайте сначала с доходности все-таки начнем. Значит, доходность на конец периода плюс 100. Видно, да? Нет, не видно. Доходность на начало периода плюс 100. Вот так будет лучше. Минус. Доходность на конец периода плюс 100 минус доходность на начало периода плюс 100. Результат мы это делим на доходность на начало периода плюс 100. И все это мы с вами умножаем на 100. По такой формуле вы можете рассчитать доходность за период для своего инвестиционного счета. Причем хочу сразу заметить, что, к примеру, если вы вложились в час дня, либо в 2 часа дня, и видите доходность за сегодняшний день, ну, к примеру, плюс 5%. Часто очень инвесторы задают вопрос, почему на моем инвестиционном счете доходность отображается меньше? Объясню. Дело в том, что доходность за сегодняшний день на любом PAM-счете рассчитывается с нуля часов. То есть, если вы вложили средства в 2 часа, либо в 3 часа дня, ну, либо в любой другой час, отличный от полуночи, в таком случае доходность будет рассчитываться по данной формуле для вас, с часа, в который вы вложились, по час текущий. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожнее и внимательнее при расчете доходности за период. Давайте с вами вернемся к нашим группам. Следующая группа – это лидеры прироста инвестиционных счетов. Мы с вами видим, что первое место занимает Трастов. Очень часто мы рассматриваем данный PAM-счет. Возможно, что-то изменилось за ушедшую неделю.
Давайте обратим внимание. Итак, год и 3 месяца, второе место в рейтинге, максимальная агрессивность. На данный момент 4 миллиона с лишним под управлением у управляющего. 873,6% – это доходность помсчета текущая. Управляющий помсчета имеет очень агрессивную стратегию усреднения. Мы это можем видеть, исходя из графика. По поводу данного помсчета задавали часто вопрос о просадке дневной. Если вы зайдете в рейтинг помсчетов и посмотрите по, отсортируете вернее по просадке, вы можете увидеть, что у данного управляющего, давайте мы с вами прямо вот даже и посмотрим. Максимальная просадка. Сейчас мы с вами отсортируем. Давайте за все время посмотрим. Максимальная просадка за все время 56%. Если перейти на график, естественно, вы можете заметить, что никаких просадок-то и не видно у управляющего. Но подвох данной стратегии заключается в том, что просадки у управляющего происходят внутри дня. Их могут заметить, по сути, только те инвесторы, которые вложили средства. Как 10 марта, вот мы можем видеть здесь 26% минус от цены open до low ушел управляющий. Ну, в принципе, за этот день, получается, в 2 часа убыток, в 4 часа управляющий уже заработал для своих инвесторов плюс 16% от цены открытия. За этот день от доходности. Вот. И, в принципе, вот в этом и заключается опасность данной стратегии, так как очень много помсчетов были закрыты по просадке ввиду нехватки обеспечения для выводимых в рынок позиций. Ну, управляющему, я думаю, что это пока не грозит, средств под управлением достаточно. Давайте мы с вами перейдем в очередной раз, посмотрим условия инвестирования. Они не изменились, все часы открыты для ввода и вывода средств. Многоуровневая оферта от 32 до 25%. Другие помсчета управляющего — это Мариарти, тоже год и 3 месяца. Подробнее можете ознакомиться с ним самостоятельно. Счета в архиве. Здесь не радужная картина, уже мы несколько раз обращали внимание на данный список счетов, можно их подробнее рассмотреть. То, о чем я вам сейчас сказала, нехватка обеспечения выводимой в рынок позиции, может отразиться для данной стратегии вот таким вот падением до минус 90 с лишним процентов, как в этом помсчете. И все это происходит за один день, очень быстро. Поэтому, когда вы инвестируете в данные помсчета, не забывайте о том, что они как могут для вас принести прибыль, так в определенный момент могут и принести убытки. Однако, вот пример того помсчета, который в течение года приносит своим инвесторам прибыль. И это не может не радовать. Переходим с вами ко вкладке «Инвестиции». Инвестиции управляющего имеют волнообразный график. Как мы видим, с 21 марта на 600 тысяч они у нас увеличились примерно, если смотреть до сегодняшнего дня. Доходность повысилась также больше, около 9400 инвестиционных счетов в составе данного помсчета. Переходим с вами далее во вкладку «Торговля». Используемое кредитное плечо у Paymaster, у данного управляющего, обновилось 15 января. Самое максимальное было 149,6 единицы. И также вот 10 марта
105,32 единицы, соответствует агрессивной торговле. Максимальная агрессивность, напомню, данного помсчета. Давайте с вами пойдем далее. Декларации управляющим нет, однако вы можете перейти на ветку на форуме. Она находится либо в конце каждой страницы мониторинга, либо во вкладке торговля, ветка на форуме, и посмотреть, о чем там пишут. Также в обсуждении вы можете ознакомиться с важной информацией по помсчету, с вопросами, которые задают другие инвесторы управляющему, и с обсуждением, в принципе, данного ПАМа. Алексей написал, что это удивительный счет, пополнился в ноябре, а не верил раньше в ПАМ-счетам. Но как мы видим, что с ноября месяца по сегодняшний день ПАМ-счет работает исправно, и вы сами видите эффект, я так думаю. Переходим с вами к нашему файлу. Лидеры по добавлению в портфеле — это неизменно. Тростов первое место занимает, Маркус — три семерки, White Rabbit, Крокодайл и Stability Turbo. И лидеры ввода средств из портфелей. Да? Мы с вами можем, в принципе, рассмотреть несколько из этих ПАМ-счетов. Давайте, реже всего нам встречался White Rabbit, к примеру, либо вы можете сейчас самостоятельно назвать любой ПАМ-счет из тех, которые вы видите, и мы его рассмотрим, потому что лидеры, в принципе, были озвучены все. Пока вы думаете, я перейду к новым счетам в рейтинге, и здесь нам, к сожалению, тоже рассмотреть нечего, так как мы рассматриваем только те счета, которые попадают в двадцатку, но озвучить новичков рейтинга мы с вами все-таки обязаны. 25 место — Secret Profit USD, Slow and High — 40 место, Sagan — 69, FX MVH — 74, Aloha — 76 место, Ahmed Insider — 100 место, Step for Freedom — 120, ST Invest 2.0 — 183 место, P3000 — 186 и Gemmaster — 285 место занимает в рейтинге. Итак, уважаемые слушатели, давайте в случае, если у вас действительно есть какие-то предложения, то поскорее их оформите в чате. Если нет, тогда давайте рассмотрим какой-либо из присутствующих ПАМов в лидерах по добавлению в портфели и по вводу средств внутри портфеля в эти ПАМы. Давайте пока вы думаете, рассмотрим все-таки White Rabbit, потому что на протяжении предыдущих недель данного ПАМ-счета мы не видели. Остальным мы уделяли достаточно много внимания в ходе наших еженедельных обзоров. Посмотрим, чем же заслужил такие почести данный ПАМ. Итак, 7 месяцев и 2 дня существует данный ПАМ-счет, 281 место в рейтинге. Сумма средств под управление — 229,939 долларов. Максимальная агрессивность у ПАМ-счета — 1184,7%, это текущая доходность. По условиям инвестирования, как мы с вами видим, это многоуровневая оферта, начинающаяся с максимального уровня в 50%, в случае, если вы приносите более 7000 долларов, 25% управляющий предлагает. Каждый час, как мы видим, открыт у управляющего, 1 минута — порог приема заявок. У данного управляющего также есть еще один Eurorabbit, существующий ПАМ. К сожалению, текущая доходность его совсем не радует, минус 71,6%. Счета в архиве мы с вами можем видеть тоже
не очень радужную перспективу, почти минус 100%, причем вам счет существовавший один год и 4 месяца также ушел в просадку минус 98%. Перейдем с вами на инвестиции. Условия инвестирования вроде хорошие, но вы сами видите, что есть опасность инвестиций в такие ПАМы. Инвестиции также имеют очень ломанный график. То растут, то падают. Зависит это все-таки от доходности самого ПАМ-счета, скорее всего, так как инвесторы все-таки, многие любят фиксировать свою прибыль, быть осторожными и выводить при начинающейся тенденции к просадкам. Максимально используемое кредитное плечо управляющего очень высокое, 581,51 единицы, это в сентябре 2015 года управляющий использовал его. Далее, как мы видим, также у управляющего очень высокие плечи используются в январе 2016 года. Этим, собственно говоря, и опасны данные агрессивные счета. При таких рисках очень высока возможность просадки. 2798,94% это относительная прибыль. То есть в случае, если мы с вами вошли на минимуме и вышли на максимуме, мы бы заработали вот такую сумму средств. Такой процент, вернее. Волатильность дневной доходности высокая, около 15%. Однако и фактор восстановления, как вы видите, хороший, 2,48 единицы. Декларация управляющего заполнена, соблюдается 2 месяца из 7 месяцев. Стратегия в основном описана, здесь вы можете почитать, посмотреть, если этот ПАМ-счет вас заинтересовал. В обсуждении не так много вопросов к управляющему, важной информации, однако тоже можно посмотреть. Итак, по данному ПАМ-счету мы закончили. Если у вас остались какие-либо еще вопросы, то я очень буду рада на них ответить. В случае, если нет, то давайте с вами будем заканчивать. Расскажите про счет Гора. Так, давайте посмотрим. Вам счет Гора, рублевый счет, как мы видим. Более подробно в мониторинге. 17 место в рейтинге занимает. Около года существует в системе ПАМ, агрессивность средняя. Большое количество средств под управлением относительно капитала управляющего. 2,400,245 рублей, 119,5% это текущая доходность. По условиям инвестирования в ПАМ-счет можно сказать, что управляющая многоуровневая оферта от 33% начинается. График исполнения заявок всего лишь 1 час для ввода и вывода средств с порогом приема заявок 30 минут. 7 счетов в архиве управляющего. Мы можем видеть годовалый счет также у данного управляющего, который был закрыт с убытком в 40%. Также мы можем с вами видеть счет, который был закрыт с прибылью в 52%, 5,5% в 17%, смешанная доходность управляющего по результатам работы его предыдущих ПАМ-счетов. Также можем видеть, что большинство ПАМов были открыты и закрыты в пределах 3 месяцев, однако есть парочка тех, которые более или менее продержались долго, причем вот 5-месячный ПАМ, который заработал для инвесторов 52%. Давайте с вами вернемся к мониторингу, посмотрим по вкладке инвестиции. Рост инвестиций управляющего, ну если так посмотреть, начался еще с ноября 2015 года. Резкое увеличение мы, как мы видим, с февраля 2016 года, совсем недавно управляющего
выросли инвестиции до той суммы, которая на данный момент есть, буквально за месяц. Связано это с ростом доходности, я так думаю. На данный момент управляющего 368 инвестиционных счетов, включая его инвест-счет. Перейдем на вкладку торговли. Давайте посмотрим, насколько сильно рискует управляющий. Итак, максимально используемое кредитное плечо невысокое, 28,69 единицы. В принципе, соответствует умеренной торговле управляющего. По показателям основным мы с вами видим, что установленное кредитное плечо управляющего 1 к 50. Основные показатели, которые нас с вами интересуют при инвестициях, обновлялись 17 марта относительная прибыль, все остальные показатели еще в 2015 году, в начале и в середине обновлены были. Волатильность дневной доходности невысокая, 4, около 5%. Фактор восстановления очень хороший, то есть в случае, если управляющий попадает в просадку, он очень быстро реабилитируется. Также хочу заметить, что представлены торговые инструменты. Это важный, интересный фактор, то есть управляющий демонстрирует своим инвесторам, куда он вкладывает средства и в каких пропорциях. Вы можете посмотреть, ознакомиться. Ну, собственно говоря, это определенную степень доверия зарабатывает таким образом управляющий, давая возможность своим инвесторам посмотреть, чем же он, собственно говоря, торгует. Декларация. Описание торговой стратегии краткое. Пожалуйста, посмотрите. Видно, что торговля ведется в ручном режиме и так далее. Здесь вы сможете самостоятельно уже изучить данный ПАМ-счет. Декларация соблюдается из 11 месяцев всего лишь 3 месяца. В обсуждении только вопросы к управляющему. Лучше, конечно, переходить на ветку на форуме и там уже задавать свой вопрос. Скорее всего, управляющий быстрее ответит вам там, в случае, если к управляющему возникнут какие-либо вопросы. Так, скажите, пожалуйста, агрессивность зависит от продажи управляющего или от других факторов тоже? Агрессивность напрямую зависит от волатильности. Волатильность внутри дня берется от максимума до минимума и берется средняя. Есть определенная формула для расчета, я думаю, что ее мы с вами изучать подробно не будем, но вот здесь вы можете видеть, если нажмете на хинт в каждом мониторинге ПАМ-счета, что уровень первый, одна молния, то есть это от 0 до 1% волатильность, второй уровень от 1 до 3, третий от 3 до 5, от 4 до 7 это четвертый уровень агрессивности. И пятый уровень, то есть максимальная агрессивность, это от 7 и более процентов. Итак, уважаемые слушатели, в принципе, мы с вами провели сегодня достаточно хороший обзор. Спасибо вам за ваши вопросы. Было очень интересно сегодня с вами пообщаться. Я хочу пожелать вам успешных инвестиций и до следующего понедельника попрощаться. В случае, если возникнут какие-либо вопросы, вы сможете задать их в онлайн-чате, либо по почте, либо обратиться к нам по телефонам, указанным на сайте. Всегда буду рада вам ответить. Всего доброго!